Акция «Голубь мира» проходит ежегодно 21 сентября во всех городах России. Организаторами акции в Сочи выступили Центр военно-патриотической допризывной подготовки молодежи и Управление молодежной политики. Чтобы все жили в мире, все жили в согласии, чтобы действительно не было войны, и мы воспитывали новое поколение с наделами толерантности, любви к ближнему. В акции приняли участие студенты, представляющие разные учебные заведения города. Второкурсница академического колледжа Владлена Горожанина вместе с другими активистами начала готовиться к мероприятию заранее. Где-то готовились за 4 дня, нам помогали наши учителя. То есть голубей мы вырезали всем колледжам, шары мы тоже вот буквально вчера купили, тоже все вместе пришли и купили. Нам это не безразлично, как и всем жителям нашего города. И нам главное, чтобы все народы жили в мире. Почтив память воинов и выслушав напутственные слова от старшего поколения, студенты запустили в небо десятки бумажных голубей, привязанных к белым воздушным шарам. Вместе. 3, 4. Запускаем. Ура! Также ровно в 9:30 по местному времени в единый час духовности шары в небо запустили и тысячи других участников акции во всех городах России. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.